Всем привет, девчонки. Сейчас уже буду жарить пельмени. Хочешь сюда пельмени? Вот как раз и попробуем это масло. И очень интересно. Другой сосед козел. Опять ор стоит на весь дом. Орет, как сумасшедший вообще. Нет покоя, девки, нет. Нет покоя нам. Сейчас буду себе еще делать завтрак. Тяжело уходит кило, вообще очень тяжело. Очень. Но я говорю, хорошо. Объемчики мои уходят, объемчики. Самое главное, объемчики. Сейчас я быстренько приготовлю и с вами пообщаюсь. Нормально было. Ну, сейчас себя покажет оно, как оно будет себя вести. У тебя все стало. Такая пушая стала. Опять. Ой, сказать хочу по поводу, подъедаю я там или нет. Там мне кто-то сказал, то, что я пироги пеку. Кто-то не может, когда на диете, что-то печь. Я могу, девчонки, сила воли, если вот я захочу, у меня огромная сила воли. Просто болец. Он опять орёт, козёл. Напоминаю, у меня сегодня, значит, творожный день, но я сделаю так. Я возьму волшебный букет моей зеленухи, творог, чеснок, все это перемешаю, сделаю себе такую вкусняшку, буду целый день это есть. За раз не 500 грамм, ребят, девчонки, делим пополам. Завтрак, обед, ужин. Там получается по 100 с лишним грамм. За раз 500 грамм, что это очень много. Даже обезжиренный творог, и то есть калории. И то будут у вас, как говорится, килограммы лишние. Даже с обезжиренного творога. В принципе, нормальное масло, не пенится, ничего. Как обычное масло сливочное, допустим. Не знаю. Кто-то написал, что оно хорошее. Кто-то написал, что это подделка, не может стоить 205 рублей. Не знаю, девчонки. Пока вот не попробуешь, ничего не знаешь, честно. Так, ну что, я мою? Мою. Как бы начать утро и день. Как бы. Так. Так вот, девчонки, что хочу сказать. Мне там многие написали, что после этой диеты строгой я, в общем, сорвусь и буду жрать опять. Что хочу сказать. Вот смотрите, я себя просто сейчас, мучаю этой диетой. На самом деле очень сложно. Ну, сложно, правда. Вот сейчас я поняла ценность ппшной еды, что можно есть разнообразно. Сейчас я просто вот, представляете, я вроде хочу котлету, да, какую-нибудь из индейки, из этой же рыбы, или там из курицы, да, из куриной грудки. А нельзя, у меня по факту нельзя, потому что вы упали. Ничего. Нельзя, потому что все расписано на секунды, на минуты. В общем, каждый день расписан, из-за этого нельзя. И я вот сейчас себя понимаю, боже, как же это круто есть ппшную еду, разнообразную, как же классно. Вот говорила мне Наташка, ведь на самом деле у меня так и есть. Сейчас я понимаю, я осознаю, что
ППшная еда, она такая вкусная, она такая разнообразная, она такая прям, вы знаете, вот. Но раз я себя посадила на двухнедельную, значит сидим, сегодня шестой день. Сегодня творог и кефир, опять же. Все. Между приемом пищи, значит, будет просто вода. Все. Ксюша, ты себя наказала. Ты нажрала. Давай. Работаем. Вот я работаю. Да, жарю на нем, кстати, и попробуешь вкусовое качество этого масла. Интересно ли? Хороший. Ну. Ой, Чижик, иди-ка сюда, иди. Покажи, как ты похудел. Чижик у меня стройный стал. У него футболочка была, ему, кстати, очень велика. Так, убери живот. Вот, а сейчас он прям такая, она. Сейчас это пупок такой, да, прекрасно. Такой красивый стал, да? Только не броется. Да. Не побрился. И парикмахерский нет. А что парикмахерская? Давайте машинку купим, ты будешь. А у тебя же была какая-то машинка? А у меня не машинка, у меня это так, что там это подрыв такой. Ничего себе у тебя брось. О! Нормально. Ты давай, мешай, а то дробь-то пригорит. Нормально. Может, через зелень посыпать? Не-не-не. Что готовишься? Я? Мне сегодня кефирный день. А мы сегодня кефирный день. Вань, попробуй. Приготовились? Нет. Попробуй. Ну как? Я ж не могу тебе положить так, потом сказать, что там у тебя не готово. Ну, я в туалете бы экспертизу бы сделали. Угу. Так, ну все, практически мой тоже завтрак, обед, ужин готов. Палки оставить, нет? Ладно, оставим. Может, на суп пойдет. Как скворчит и пахнет. Вкусно. Вот чё, я завидую тебе. Что завидуешь? Белый заяц, интеллигентный. Так, у тебя крышка есть? Крышка? Да. Где-то была, но не знаю. Мяу. Это куда-то она это. Ну, давай старую какую-нибудь. Не, даже старый нет, я, наверное, это... Нет, вряд ли я вытянула, но уже нет. Не знала, куда делать. А куда она, правда, делась-то? А, вот она. А что она тут делала? Вообще, вчера пирог улетел на ура. Вот остался кусочек. Сейчас я его дорежу быстро. Она с молочком съест. Вот это вчера вы видели, вот это низ, а это верх. Так. А, что хочу сказать. А, кому-то таким вот таким девочкам там одним победа. Победы передаю тебе привет. Хочу тебе сказать. Алкашей я не кормлю, в отличие от тебя. А еще хочу тебе сказать. Как хочу, так и ем. Мое дело. Иди ты. А ты там сиди, не квакай. А то любишь повыпендриваться. А ты в банк пойдешь. Может, уже пошла. Так, ну что. Вы мои хорошие девчонки. Сейчас я вам покажу, что я буду делать. Так, вот еще он тут оставит. А, это Дуся. Она. Дуся, Ваня тут доедет этот пирог. Очень вкусный, девки. Вообще, вот я вам советую. Получился просто улетел. Надо же, вот какая я хорошая стрепуха. Молоко закончилось, надо опять унести за молоком. Да, девки, хорошая стрепуха. Ну, конечно, выглядит не очень, но вкусно, честно. В
Все нахваливают меня. Все. Все. Так. Все. Понесла яблочки. Так, ну что, я все хорошо сейчас перемешиваю. И все. И на этом я буду есть целый день. За вчерашний день у меня ушло... Да что ж такое-то, девчонки? Я извиняюсь дико. Да что ж такое-то? Мне... Этот штатив вообще меня бесит. Мне должен прийти новый штатив. Мне должны новый подарить штатив. Вот, ну там заказали мне штатив. Но сейчас, видите, как карантин. Не получается пока. Не приходит он. Вот. Мне заказали штатив новый. Вот жду. Жду. Ну все, получилось как вот этот, как творожная масса, творожный сыр. Все, сейчас будем с вами есть. Вот это я примерно вот так. Видите, накладываю где, примерно 2 ложки. Все. Поэтому я сейчас буду питаться весь день. Ой, все, наливаю себе. Есть хочу, не могу, честно. Так, вчера, представляете, увидела фит-парад. Решила себя порадовать. После диеты буду пить фит-парад. С фит-парадом. Ну, десятки не было, только 7. В общем, 60 саше, 139 рублей. А вот такая маленькая баночка фит-парада. Баночка, не расфасовка, а баночка. 339. Я решила взять лучше эту. И знаете почему? Очень удобно. Все расписано. Да? Ну, по саше вот. Одну взяла и вообще зашилась. Все, как? Ну-ка, давайте примем еду. А вы знаете, что чеснок чистит сосуды? Получается, наверное, у меня сосуды чистые. Я чеснока очень люблю. Я везде его добавляю. Везде. Вкусно. Так что, я для себя вывела, что конечно, ПП-еда намного разнообразнее, чем вот эта диета. Потому что тут определенные продукты, определенные. Здесь нельзя ни влево, ни вправо. Плохо. Ну, что делать? Я ждала. Сказала, что буду, значит, буду. А как? Все. Мне еще осталось 9 дней, девчонки. Ну, что делать? Жизнь у меня такая. У верблюда 2 горба, потому что жизнь – борьба. Да? Помните, из какого фильма? Кто говорил? Алия Ахиджакова говорила в фильме «Гараж». Как они боролись за гараж. Вот. Так я борюсь со своим весом. Он со мной, а я с ним. Кто победит, не знаю. Вчера на Валберисе смотрела эти тарелочки глубокие. Мы как-то привыкли вот из глубоких есть. Я вот не люблю для вторых блюд тарелки. Как-то вот, я не знаю даже, если вот, допустим, макароны, мне кажется, они вот так вот разлетаются во все стороны, неудобно. Меня там попросили не стесняться выставлять свой счет Сбербанка.
Я в описании выставлю, а вы там уже сами решайте. Хотите вы перевести, не хотите? Кто-то мне сказал, что ты типа будешь на новую мультиварку выпрашивать. Да, я выпрашиваю на новую мультиварку. Переведите мне бабла. Ну, смотри, какие же вы люди смешные. Я вообще поражаюсь. Вот человек захотел, да, попросил, я сказала свой номер карты. Если вы не хотите, не переведите. И точно так же другие блогеры. Они не то что просят, они просто предоставляют карту. Бывает, что люди просто от всей души. Вот просто хотят от всей души. Вот мне женщина перевела просто от всей души. Она мне потом написала, говорит, я, говорит, рада была помочь. Просто даже чем-то. Потому что я смотрю тебя. Мне нравится. Вот и все. Так что в описании будет моя карта. На мультиварку. Ладно, все, заканчиваем. В обед, может, еще что-нибудь сниму. Энергии, хоть отвали.